1972 году. В 1999 году Американский институт киноискусства поставил Чарли Чаплина на 10-е место в списке величайших звезд кино, достойных себе мужчин. Сегодня Чарли Чаплин в наших стенах. Обратите внимание. Любимый персонаж пьесы Михаила Старицкого «За двумя зайцами». Кто видит Проне свою сестру, кто соседку, а кто, возможно, лучшую подругу, решать вам. Но экранизировали эту пьесу впервые в 1961 году на киностудии Долженко в городе Киев. В 1990 году ее поставил Соединенные Штаты Америки. Ну а в 2003-м наша современность, современный мюзикл «За двумя зайцами» в главной роли с Аллой Борисовной Пугачевой и Максимом Галкиным. Проня Прокоповна у нас в стенах ТРЦ «Киев». Thank you.
Thank you.
мы будем...